привет, с вами Пертурабо, и мы продолжаем играть в Warhammer 40 000 Fire Warrior. В прошлой серии мы заштурмовали имперский корабль, и вот сейчас мы проникли в его глубь. Вперед, воины огня, и будьте начеку! Естественно. Там тоже какая-то дверь закрытая. Дверной проем прикрывает нас! Отвлеки их! Так, ну это, судя по всему, их столовая, кухня. Тут готовят они, что это? За кнопочка? Что я сделал? Я не знаю. Ну тут они явно готовят свои завтраки, обеды и ужины. Это хлеб, наверное. Прикольно. Ну я, скорее всего, открыл вот эту вот решетку, да. К неожиданностям. Типа закрытых дверей? Слева стреляй. Засады. Слева стреляй, ты серьезно? Блин, вот эти вот комнаты круто выглядят. Осторожно! Вот эта вот комната больше похожа на какую-нибудь казарму не квардосов, а космодесантников. Но комната сделана круто, мне очень нравится. Ты вот свечки. Очень круто. Нет! Очень круто сделано. Я не буду выбрасывать, у меня есть болтер с кучей патронов. Пусть сейчас мне скажут про ключ. Тебе нужен ключ от этой двери. Да. Мы подождем здесь, пока ты не найдешь ключ. Ништяк. Так, 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 я кое-что увидел сейчас. Да стоп! Ну, что я могу сказать по этой комнате? Типа библиотека, но сделано круто, мне нравится, если бы еще был график. Выглядел бы шикарно. Но, ребят, я думаю, каждый, ну, может быть, не каждый, но большинство из вас видели вот этот вот арт в интернете. Вот этот арт. О, ну-ка, 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 это кто такой? Стоп. Фиг пойми, кто это. Какого-то ордена. Фиг знает. Так, а где наши братки? А, они там, наверное, внутри. Превосходно! Да. Ты нашел ключ! Здесь мы расстанемся, солдат. Нам приказано защищать эту территорию. За правое дело! Хоть бы диалог изменили.
пришел, собственно. А. Я понял, зачем. А тут типа мертвый Тау. Пушки на потолке. Ты не можешь их разрушить. Они под защитным полем. Враг прослушивает нашу радиочастоту, и я прекращаю контакт. Удачи, Кейс. Ну, попробовать надо было. С самого начала придется. Ну, хоть не с самого начала, ё-моё. Кейс, видишь эти пушки на потолке? Ты не можешь их разрушить. Они под защитным полем. Враг прослушивает нашу радиочастоту, и я прекращаю контакт. Удачи, Кейс! Заманчиво, давайте оставим. Так, стоп, что она делает? Ну, лучше на это нажать. Вентиляции ее не было. Thank you.
бред? Какой отвратительный звук. Ой-ой-ой-ой-ой. Выстрел бахает сам, отлично. Там что-то в наблюдательной шахте! Не упустите его! Охрана! Лазутчик в шахте! Быстрей! Здесь я могу с тобой общаться. Я уже видел, он там внизу. Не следит за хпшкой в говной игре. Так, где? А, я тут сама же убил, точно. Там что-то в наблюдательной шахте! Не упустите его! Охрана! Лазутчик в шахте! Быстрей! Да, все, идите. Здесь я могу с тобой общаться. Thank you.
правителя Северуса. Он направляется к мостику с эскортом космического десанта. Вас понял. Данных. Я отправил данные на тактический анализ. Деятельность на вражеском корабле даст ценную информацию. У нас теперь есть полная схема вражеского корабля и расположение основных командных пунктов. Я думал, меня сейчас убьют. Капец. Кейс! Ты дальше на корабле, чем кто-либо еще. Ты близко к мостику. Если ты возьмешь в плен адмирала, мы заставим их взять перемирие. Твоя задача найти и очистить мостик корабля. Ясно. Ладно, ребят, давайте на этом заканчивать. Серебопотник. Перебили, наверное, практически весь корабль. Ладно, спасибо. Посмотрел. Всем удачи и пока, ребят.